Оперативно-профилактическое мероприятие «Кокнар-2017» стартовало в Шустском районе Жамбылской области. Только в 2016-м из незаконного оборота в регионе было изъято более 19 тонн различных наркотических средств. Как стражи порядка намерены пресекать наркобизнес в этом году, расскажет Анастасия Сулейманова. 100 человек стражей порядка готовы поставить заслон любому наркодельцу. В наличии вся необходимая техника. Кроме того, действуют 4 мобильных передвижных поста. Посты оснащены сверхсовременной техникой. Там имеются рентгены для досмотра автомашин. Также там находятся кинологи, спецназ, который вовремя будет реагировать на случай побега, задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Искать наркотики помогают собаки. Учуять запах наркотических средств опытные ищейки способны в любом месте. Хорошо, молодец, хорошо. Всего в регионе помогают раскрывать преступления 65 служебно-розыскных собак. 12 из них работают по линии наркобизнеса. Лучше всего на деле себя проявили немецкие овчарки. К примеру, на счету этого четвероногого друга по кличке Гита почти 30 раскрытых преступлений, а также больше тонны изъятых наркотиков. К каждой собаке мы относимся индивидуально. Каждая собака ставится по определенному направлению, или она по розыскной службе будет работать, или будет работать по наркотической службе, или по взрывчатке. Она перед тем, как ее на какую-то службу используют, она проходит тестирование. Собаки в полицейской службе не роскошь, а необходимость. Только в прошлом году с их помощью в регионе в ходе спецоперации «Кокнар» изъяли больше 19 тонн различных наркотических средств. Реальный результат есть и по стране. Выявили около 2500 сбытов наркотиков. В целом около 3500 наркотиков по наркотическим средствам возбуждено уголовных дел. Расследование окончено и направлено в суд. Более 100 килограмм героина изъято, более 24 тонн наркотических средств именно марихуаны. Дикорастущая конопля в Шустской долине уже набрала рост. Ее территория составляет 140 тысяч гектаров земли. По словам полицейских, такого урожая хватит, чтобы изготовить более 800 тонн марихуаны. Столь значительная цифра не дает покоя наркодельцам. Борьбу с ними специалисты ведут круглосуточно. Применяют самую современную технику. Планируют использовать и летательные дроны. А само мероприятие «Кокнар-2017» продлится до октября месяца. Анастасия Сулейманова, Бахыджан Бапаев, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар-24.